сегодня гораздо лучше, чем вчера, спокойней. Льготная категория более спокойно уже реагирует, больше платят. Льготную категорию никто не выгонял ни вчера, ни сегодня из транспорта. Скажіть, загалом були якісь конфліктні ситуації протягом дня і з яких вони були причин? Тому що, наприклад, міський голова Борис Філатов, він говорив про те, що це через недоінформування. Люди не почули, не побачили, що є карантинні зміни і у цьому і криється причина. Розкажіть про прецеденти протягом дня. Чи вони були? Да, конечно, абсолютно были прецеденты. Утром все это было неожиданно для многих пенсионеров, к сожалению, потому как они не сильно были осведомлены. У них нет интернета при помощи телевизора, может быть, только. Да, были возмущения, были небольшие конфликты, но так, мы старались их как-то сглаживать.